Так Гова всегда в танке. Ролит, или нет? Гена, отдай Дартону чего? Гова всегда в танке. Как это надо? Гова в танке. Хиде. Не, Кувать, нет. Дарт, играть не будешь, третий, четвертый не получишь после. Гена, нет. Красава. Может, не надо ему убить раз в пол? У шторма типа собраны уже и хилы или... Да, по 5 кубков. А? Дарт, дай плеча, все равно играть не будешь. Миша, он сказал, да. Бери, да. Бери. По 5 кусков у него и там. Давайте пошли уже. Ладно, мне не дали их еще, они у Войда. Войда кидает мем, да, бери. Хан дальше вот этот не идет грубовато. Если дарт забирать не будет, тогда дайте сюда на НХ. Снимайте второй спек. Че ты дарт забираешь? Да мне все равно, я не планирую ничего делать. Ты если будешь играть, собирай себе чего. Нет, играть-то я буду. Чего собирать не буду. Да Дарт не ходит на РТ, нахер вы ему впариваете этот кусок. Отдайте сядю тогда из Кавата, не надо. Кават в хиле тоже никогда не будет. Он будет либо в ретрике, либо там. Сядя, по крайней мере, второй спек хотя. Чего вы морозите? Ну вообще было бы покажем, да, были бы всякие спеки. Ну вот у меня это третий спек, а у Сяди второй, логично. Я выкину, короче. Дартмал, Дарт нихуя не играет, в хиле он тем более не будет играть, потому что хил его заебал. У Сяди это второй спек, у Кавата это третий спек, в котором он никогда не будет. Если бы у Штормсингера не было бы собрано Эрема, то ему бы отдали. Так как у него полностью, давайте Сяди. Гена, не выкидывай, ты чё, обалдел? Да заебала эту хуйню слушать, потому что, ну... Ты 5 бы сейчас ещё выкидываешь, ну ты чё? Так, я релогну, короче, и модем, и компьютер. У меня пинг вырос на роботе и не спадает. Хант кикается или идёт дальше? Он получил там своё плечо или чё? Кирс или кто там? Воронка. Я пролистал весь этот лут ебучий. На ласт. Я понял. Групп лут там стоит. А там уже не подобрать. Так что поменяй обратно и забери, а то мок пропадет. Забаг. Забагался. Да, вот где я прыгаю. Если ты меня увидишь, я мелкая. Сейчас пропадет уже. Давно лежит. Скажите мне, Элема, а Луиза, вот эта уездная, тоже скалируется в ПД, в Хиле? Что в курсе? От хосты? Да ладно. То есть, чем больше... От СПД урон.
Вот я имею в виду, я уточню, я про урон. Не про каст именно, а про урон. СПД, поняла. У меня хосты хватает. Данный момент. Может, мы как-то соберемся, нет? Что у нас за хрень творится сегодня? Я не знаю, никто не хочет хилить. У меня повисло все. Я сервер там. Просто танки на будущее. Вы смотрите, вот двое человек упало, да, вы дальше пулите, вы не даете их резнуть, хилы без маны, вот мы идем минус 2 дд, и вот это нахрена это делать? Это зависит. 15 секунд подождать, мы убьем быстрее на 30 секунд следующий пак, и не упадем. Дисконула, да, у всех? Да. Я понимаю, что можно бежать нон-стопом, но это не РБК, где там, блядь, синие 80-ники бегают. А насчет кусков, типа, делаешь все просто, ну, кидаешь на ролл, в приоритете отдаешь на второй, ну, на первый, на второй, на третий. Типа, хуйня такая начинается, выкидывай нахуй и просто говори, я выкинул, меня не ебет, все. Потому что уже сколько мы, блядь, 10 минут назад или 15 убили роботы, до сих пор не могут определиться, кому кусок уйдет. Они не могли определиться, потому что этот кусок сначала был у Кирса, потом он был у Войда, Войд не умеет ролить. Ген, все почему не определиться? Сядь сразу и сказал, я хочу забрать, еще до убийства, я хочу забрать на офф-спек. Дарт тоже. Через аддон с босса сразу. Мысли не определились. Просто Кирсу я отдал кусок. Этот, вместо этого, Луковского. Просто в таких случаях не выкидывайте, а просто берете и отдаете по роллу. А там уже ребята сами, наверное, в личку это попереписывают. Лучше идите тогда там вот чай это компромисс. 5 минут, блядь, пока гребут. И тогда хая не будет в дискорде. Выкидывай. Дарт, а ты хитренький. Ну? Хила ты не хочешь собирать. Обалдел? Ну не хочет, не хочет, значит. Гена, я его потраливаю, как старый друг. Не более. Не надо агриться. Я думаю, Амир хотел его назвать. Я думаю, Тим это понял. Но Лема ему может не отдавать куски, потому что... Ну просто если он не хочет, конечно, он не возьмет. Зачем мне лема делать, когда у меня инх? Гена, если он не хочет, конечно, он не возьмет. Но подтраливать-то я как бы могу его. Потому что если ему это не понравится, он об этом скажет. Хотя я вроде не оскорбляю. Так что, Тим, ты хитрый. Запускает. Заходим. Я это все еще припомню, Тимур. А что вы пишете, там алоэ не будет, а алоэ это прийдет? Он писал что-то? Нет, он собирался мне приходить. Да, опять же, он собирался на РТ не приходить, и он пришел и сказал, я в ПМ не пойду, только в обычку. Ну, по фанчику, видишь, идет. Ну, передумал человек, бывает. Амир, вот усяди, прикольный транс. Короче, я пошла по АФКшу, потому что меня опять закинул. Слышал?
А я не знаю, что это за сет. Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат. В условиях практической партии проходная пешка обычно становится ферзем. Хотя даже не очень опытного шахматиста вряд ли можно сильно удивить превращением пешки в другую фигуру. Но сегодня мы с вами рассмотрим поистине уникальный случай, вряд ли имеющий аналоги в мировой шахматной истории. Мы рассмотрим окончание партии, сыгранной в Берлине в 1951 году двумя местными шахматистами. Оба они были международными мастерами и причем довольно известными. Белыми играл Рудольф Тешнер, победитель общегерманского чемпионата того же 1951 года. В активе этого шахматиста победы над такими известными гроссмейстерами, как Ларсен, Ульман, Ничьис, Эйве, Керрисом и Талем. Тешнер с середины прошлого столетия, почти 40 лет кряду, был редактором известнейшего немецкого периодического шахматного издания Deutsche Schachzeitung. За совокупность заслуг перед шахматами в 1992 году Рудольфу Тешнеру было присвоено звание «Почетный гроссмейстер». Его соперником был шахматист старшего поколения Курт Рихтер, остроатакующий игрок, теоретик шахмат, известный его разработки в сицилианской защите. В свое время побеждал таких шахматистов, как Керрис, Грюнфельд и многих других известных игроков своего времени. Вершиной шахматной карьеры Курта Рихтера можно смело считать 1935 год. Именно тогда этот шахматист поделил первое место в чемпионате Германии с известнейшим гроссмейстером прошлого Ефимом Боголюбовым. Ну а сейчас вернемся к позиции, которая... Не то, что понерфили, они ее подправили. И теперь вот именно 6 хилов. Ой, 6 хилов. 6 игроков считают. Я не заметила этого. В принципе, теперь 3 ршама надо. Нет, 3 ршама это плохо. Щит не на кого кидать. Не люблю. Все есть на кого там. Можно за 4 одеть туда клево. Если 3 ршама, тоже прикольно. 3 ршама в Т5 нормально будет. Опять выкинул. Да ладно. Меня нет, я в сети. Нормально. О, и пинг, походу, пропал. Или там кто-то пытается зайти на мой аккаунт. За скрипты банят. Мне вот зашло нормально. Ебать, просто мимо пробегают люди, охуеть. Я типа в инвизе рога, да? Кто это же охренел? Я же прибежала, спасибо, да ладно.
Блять, на БГ бы так работало еще, вот охуенно было бы. А то меня постоянно хуячат, а так точку захватываешь, и никто не смотрит. Да, и все мимо пробегают, о, лок стоит, да и хуй с ним. Скофирует, да? Да. Шкаф работает локовский на БГ или нет? Заебись, вот я тоже думал. Кого? Тебе что, тапки эти надо или какие-то там с броней? Конечно. Ребят, локовский шкаф работает на БГ? Блять, да если он там даже и работает, там в жизни даже за голду никто не ткнет, все мимо пробегут. Мне все надо сделать. Это шея, это тапки, это пояс. Ты с пианистом прикалывались, это... Я говорю, Лёш, диван дается на БГ или нет? Он такой, смотри, такой раз кидает диван, красава. Они меня все лупят, а я в диване. Больше блока, больше агро. Жив 40 секунд, Сереж. А вон, до ворот. Все свечи ушли. Почти 3 свечки осталось. Так, все. У меня пинг пропал, давайте активнее, а то время текло. Васи нет. Ой, спуль. Долорус, потырьте как-нибудь шкаф, потом рассказывай. Работает, там же нет ограничений, типа. Работает? Просто резон использования нет. Ну, типа, только если ты не в пати играешь. Не, ну смотри, если ты такой, допустим, на роти стоишь, там, не знаю, коней дефаешь, и видишь, что к тебе дохера народ убежит леса, ты такой резко начинаешь сумонить просто людей, и вы встречаете их сразу толпой. Не знаю, это... там люди бегут лесопилку захватывать, и АФК на ней стоят, все ораки, вот это тактика галактика. Не знаю, я всегда в кресте становился, забитый фулл ХП, у меня еще и ключ был одет на мне, вот, а мой корефан, мы с ним сидели, ну, в скайпе, либо там в какой-то проге, вот, он рога в инвизе. Просто ко мне кто-нибудь бежит, начинает меня окучивать, я просто стою хилюсь, нон-стоп себя хилю. И все, и пока меня бьют, он сзади режет просто-напросто. Ну, функция танка, да? Да, у меня 50 с лишним КХП в престе было. А я в последнее время с Даном регаю, если мы попадаем вместе, он же в танке регает. Он эту функцию выполняет. А знаки можно ролить? Да. Да, это же. Блять, вы че рофлите, их можно ролить? Давно. Сказать, знаки что мы с тобой ничего не ролим, нет, что ли? Знаки можно. Мишка, монород. Правила каждую неделю меняются. А кого здесь бить надо? Я не знаю, ребят. Без рофла. Первого кого сливают обычно? Проведи. Вот, сок, я так и знал, блядь. То, что если тебя не добьют, ты меня пизанёшь. Да, так и если Нелик ПВНК возьмёт, может его. Провиться первого, да? Понятно. Кир, ты убил девку? Меня убили. Еще раз объясню всем по поводу знаков и воронок. Знаки можно ролить везде, что в обычке, что в хэме, их можно минить. Воронки с обычки нельзя, а воронки с хэма можно, бое ни там, ни там нельзя.
А бы если бага разрешал ролить в хэнке? А вага разрешал бы ешки в хэнке ролить? Не знаю, мы когда с вагой тогда разговаривали, он сказал, что поешки не будут. Надо вам просто это прописать где-то, и мы будем тоже знать. А вот скажите, ну так, ради интереса, на ауке сколько эти знаки стоят? Последний. А мне свою боевку в ХМК, которую я сегодня выиграл, надо в году положить. Ну то есть, по сути, их нету продавать на ауке, да? В схемах все ролики, у вас что, все крепо прокачаны, или вы пьете эти банки когда-то, типа, нахуя? Да. За себя скажу, у меня прокачано, да. У меня прокачано. Нет, а вы пьете их? Типа вы же сопроты вроде все время пьете, нет? Мне дадут подамажить, я выпью. Угу. Я очень редко что-то ролю. Или... Если у вас реально нету репы, то не надо отправлять одну из них. Я бы понял, может это быть, недорого. Не будет, а прокачают репы. Ладно, я скажу так. Я, у меня прокачана репа. У меня прокачана репа, но я иногда ребятам раздаю эти значки. Это репа не прокачается за 3 дня. Нет, Лорус говорит о том, что типа профи для рейда. Я понимаю, о чем он говорит. Так вот я ему говорю, что я иногда отдаю ребятам, которые мне точно не продают, а точно их ходят и обменивают. Ну, которые я знаю, что они точно ходят и обменивают. Либо сама себе оставляю, чтобы юзать вот на такие случаи, как вот, допустим, сегодня. У меня, допустим, сейчас в сумке 10 банок, и одна у меня выпита еще с начала инсты. Были времена, когда я и сопроты бесплатно по урейда раздавал. Он бросал скорость со второго. Ему ботинки нужны, по-моему. Пока банки свои не сделаю. Дай пидастры. Так они мне нужны, приор у меня. У тебя нет? Нет. У меня нет шеи с блоком, у меня нет пояса с блоком, у меня нет этих ботинок с блоком. Знаете, что? Боже, мне так жалко детей, которые надо мной живут. Пикните. Кто в танк? А чё, Лой ушел? Он же сказал, что он после гулянки, и он не надо. А мир спекайся вот он, да-да. По танкам всё. Что, танчи ты, а эпигаст ты и... Кто? А, понял. Какой маковечку покидает?
смысле много? У нас много не может быть, у нас всего 26 человек, и один из них Байер на замену. Там Хекси пишет, Мозер, Пати против. Ну смотрите, на этого босса я могу вступить. Он свободен на сегодня. Долбоёб ты, писать мне не надо. Вот ты чё? Вот. Я один раз сказал. Ты чё? В чат смотрите. Я такой хуйни ни на кого не писал. Чат чего? Дискорда или чего? А, не пору... Я не ругался ни с кем, еще раз говорю. Такую хуету мне не надо писать. Что ж такое-то? Сережа уходит из рейда, блин. С варами какая-то проблема. Нет, давай. Какие-то конфликты. Какой маг новички посидит? Пусти его в рейд вместо меня, я уступлю. Че у вас там случилось опять? Там Мозер поругался с Войдом. Никто со мной не ругался, блядь, мне такое не надо писать. Ну, просто ему поэт нужен, поэт, ему здесь нужен лут. Блядь, поэтому пусть извиняется, он... значит, в рейд-чат, в гильд-чат, блядь. Свои разногласия будете выяснять после рейд. Вот и все, на сейчас после он после рейда вы будете выяснять свои разногласия. Вот после сейчас рейда Мозер, будет выяснять. Сейчас он в рейде свободен. Сейчас он идет в рейд, Войд. Идет в рейд. Охуя на себя берешь. Блядь. Возьмите вместо меня, я уступлю, только мальчики не ругайтесь. Мне эта залупа не нужна, блядь. Зачем такое писать? Ему пояс нужен тут. Да мне похуй, зачем такое писать, он потом с нами потом ходить будет, он не одетый, его надо одеть. А нахуя такое писать? Это нормально вообще? Что он написал? Где-то, он где-то просился. А вот посмотри. Да, ну, да. Я вижу. Э, в смысле? Первое, что он написал. Я тоже ничего не вижу. Что он написал? Во флотилке посмотри, открой оригинал. Мальчики, у нас скоро закончится РТ. Давайте вы свои... На сегодня РТ заканчивается. Все свободны. Уступите, пожалуйста. На сегодня РТ заканчивается. Войд, улетай. Скидывай мне лидерку и улетай в Долора. Чё, давай. Босса трэш чистили просто так сюда, что ли? 25 человек. Я пошел спать. Что происходит вообще? Мальчики, вы чего?